глубоко внизу. Ален Шартран и вовсе ниже 60. Никаких вариантов в борьбе против, как минимум, Евгении Медведевой. Давайте посмотрим, на что способна сегодня, конкретно в данный день, Юлия Липницкая. Короткая программа, в том числе с вокальным сопровождением от завораживающего голоса Элвиса Пресли. Ты выглядишь как ангел, прав был старина Элвис. Да, этот злополучный флип в очередной раз получился у Юлии Липницкой не на 100% и даже не на положительной оценке от арбитров. Но все остальное без каких-либо вопросов. Хотя те самые судьи, точнее, та самая техническая бригада, которая выставляет уровни и ставит количество оборотов спортсменкам за тот или иной прыжковый элемент, сомневалась относительно каскада из двух. Плюс, флип, к сожалению, в минус, аксель на плюс. В целом, очень достойное выступление Юлии Липницкой. По мне, так значительно лучше, чем было в Финляндии. Но за счет того, что более солидный прыжковый контент у Медведевой и что у нее все три прыжковых элемента, включая каскад, стоят во второй части программы, а у Юлии Липницкой все в первой, конечно, разница будет существенная. Вот сейчас техническая бригада просматривала и все-таки обнаружила на флипе недокрут. Вот это неприятность, которую все равно придется переживать Липницкой. А так-то, в общем и целом, программа начинает вкатываться и начинает играть новыми красками, которых во время идеально исключительно великолепной трансляции из Финляндии было практически незаметно. Кстати,
Немногочисленная и не самая хорошая американская публика обделила игрушками Юлию Липницкую. Ну что такое один медведь? В сказке даже их трое было. Совершенно несерьезно. Требует два мешка. Этап в Японии нужен Липницкой. Но она, насколько я помню, во Франции. А это хорошо. Знаете почему? Потому что во Францию российский зритель может доехать значительно проще, чем в страну восходящего солнца. Так, а где же Женя? На каком этапе? О, господа, Медведева-то в Москве! Вы еще не купили билеты? Берите хоть на верхотуру, дают по дешевке. Потом не купите или придется брать то, что достанется. Медведеву нужно смотреть вживую. Недовольна немножко.